Грузию едут по разным причинам. Все, поехала в Грузию, надеюсь, декретный отпуск. Чтобы жениться. Я ее когда увидел, вы знаете, я сразу понял, это моя судьба. Забеременеть. Сегодня не наш день. А потом, сынок, ты же можешь оказаться девочкой. Укрыться от следствия. Сразу же видно, что он бандит. С него только наручники сняли. Или строгих родителей. И зачем ей такой муж? Он от выстрела сознание теряет, с ним даже на охоту не пойдет. В Грузии всегда находит любовь. Как надо любить женщину, чтобы по собственному желанию оказаться в такой дыре? Анна и Надежда Михалкова, Филипп Янковский, Вахтанг Кикабидзе. В киноальманахе «Любовь с акцентом». Свою половину можно встретить только один раз. Скоро на Кино ТВ.